Чё? Алло, алло, ара, ара, ара! Меня обижают, ара! Разберись с негодяями. Да, 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 приезжай в деревню, приезжай. Тут я живу, давай, давай, жду. Пап, мне кажется, ей психушку нужно. Женечка, что с тобой? Игрались, доигрались вы, а? На канале Let's Go Show ты сможешь найти кучу обзоров, экспериментов, новостей и многого другого. Также тут присутствует много розыгрышев с крутыми призами. Поэтому заходи и подписывайся на крутой канал, где люди ценят своих подписчиков. Брат, это же уже кончилось, брат. Сеструха, держись, держись, скоро придет уже. Вот чувствую, чувствую. Вейп Нейшн, сеструха, Вейп Нейшн. Ребята, Вейп Нейшн, пришла почта. О-о-о, почта, почта. Жижа приехала. Жижа, это Жижа? Тут какая-то семья Папочкиных нам письмо прислали. Какая? Давайте прочитаем. Здравствуйте, меня попросили вам сообщить, что нужно набрать 5000 лайков. Также сообщили, что все ссылки есть в описании на каналы. И про комментарии тоже писать сказали, желательно положительные. Что это значит? Это если мы вот так сделаем, да, если наши зрители так сделают, то нам придет Жижа. Жижа, папа Жижа, давай сделаем, а вот давай так сделаем. А вот давай, давай сделаем. Вейп Нейшн. Вейп Нейшн. Вейп Нейшн. Итак, детишки, как вы видите, наш огород зарос бурьянами, сухими кустами и кротами. А что такое бурьяны? Бурьян — это вот эта трава. И на что ты намекаешь, пап? Ну, короче, сейчас надо будет сейчас выкопать все бурьяны, травушку вот эту лишнюю, да? Потом выкопать картошку, почистить ее, пожарить мне, значит, собственно. Ой-ой-ой, может не сейчас, пап, пожалуйста? Не-не-не. Я же девочка, буду пить. Давай завтра, вот завтра точно. Давай завтра. Кстати, ладно, хорошо, Эдичка может не работать, а Женечка должна все выкопать. Давай, Женечка. О, вот мой папа, вот умница. Лопаты никакой, ничего вообще нет, нужно копать. Ну, значит, это я не продумал. Значит, пойдем в старый сарай. Вот, в старом сарае у меня лежали там грабли, вилы, тяпка, лопата, все, что надо. Ну хорошо, хорошо, пойдем. Пойдем. Так, а где сарай? А вот я его уже вижу. Женечка сейчас докопается. О, кстати, что это такое? Это колодец старый, туда лучше не прыгать, там говно мамонта. О! Женечка, ты слышишь? Давай, прыгай! Фу, как воняет, папа, вытащи нас, тут реально говно мамонта! Какашки какие-то, какашки! Ты что, кончишь, да? Папа, вытащи нас, папа! Ну хрен с вами, все равно кормить вас тяжело и дорого все. Да не, мы же дети твои, папа! Я думаю вам скинуть немножко мяса, я думаю вы протянете дня три. Какое мясо, вытащи нас, пап! Я боюсь туда спускаться, там говно мамонт. Я вся испачкаю, помогите! Ну папа, ради детей, ради детей! Сейчас, я беру лестницу, сейчас спущусь, подождите. Помогите! Так, я с лестницы упал сюда, да что здесь так воняет, подожди. Давай. Пап, давай быстрее. Я ставлю лестницу, вперед. Давай, Женечка. Фу, как я воняю, какая грязная. Там еще реально говно мамонта было, папа. Закрой ты этот колодец. Я сохранил там какашки мамонта. Я пошёл мыться, все. Папа, похлопай по спине, похлопай. Живая моя. Горло затекло прям. Пап, давай идем помоемся. Давай, пап, быстро, давай помоемся. Где Женечка? Женечка, впусти нас, пожалуйста, мы тоже грязные, Женя. Женя! Пускай нас! Женя! Пусти нас помыться! Что вам надо? Не смотрите на меня, я голая, я не тянусь! Какая нам разница, мы грязные в дерьме мамонта! Эдичка, предпринимай что-то, я сейчас умру! Говно мамонта даёт себе! Она не хочет пускать... Папа, жди тут, я сейчас приду! Жди тут, секрет, раз она не хочет спускать, ладно! Опа-на, видишь? Иди, уйди, не смотри. Папа, да. Мы можем помыть, да. Уходя отсюда, теперь мы моем. Жень, зачем нам смотреть на тебя? Зачем нам смотреть? Нам мыться нужно. Уйди, не мешай пацанам мыться, да, папа? От говна отмыться хотя бы. Вы меня довели! Вы меня двое довели! Все, мы сейчас поедем. В смысле, ты куда довели? Че довели? Пап, ты что-то понял? Пап, да. Все, 3-5, 3-5.
Чё? Алло, алло, ара, ара, ара! Меня обижают ара! Разберись, по негодяям. Да-да-да, приезжай в деревню, приезжай. Тут я живу, давай, давай, жду. Пап, мне кажется, ей психушку нужно. Женечка, что с тобой? Доигрались, доигрались вы, а? В смысле доигрались? Дай помыться, а, Женя! Сейчас мои братья-кавказцы приедут, вас размотают. В смысле, братья? Я твой брат, Женечка. Ты что, курила что-то? Твои родные братья. А ну пойдемте быстрее за мной. Всем кончено, что ей надо? Я не знаю. Какие. Пап, пошли за мной! Папа, да, что ты делаешь? Пап, а ну иди, мне кажется, она нас разводит. Я еще и дура! Алло, ара, ара, они меня дурой называют! Сейчас выйдем, сейчас выйдем. Давай, давайте, собирайся и монашку пойдем. Че, нифига не понимаю? Женечка, ты в своем уме? Выходите, выходите, выходите. Куда выходить? Выходи на улицу. Ладно, ладно, так уж и быть, иди мыться, все, иди мыться. Нет, 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 уже поздно, ты меня дурой назвал. Она разводит нас, ну давай, пойдем посмотрим, давай. Давай, давай. Я не понимаю. Как? Куда? Дверь. Пошли вон отсюда. Пацаны, а что тут такое? Вот, вот вам, ну, в атаку, мои братья, в атаку. Ай, не бейте, не бейте, бабики, ай, по печени, почки, ай. Эх, вот наконец-то я могу нормально помыться, никто мне не мешает, хорошие у меня природные братья. Ой, да, что брат, то правда, Женечка, прости нас, мы больше никогда не будем тебе мешать, да, пап? Да, Женечка, прости, мы будем все время ставить тебе лайки, набирать по 5000 лайков каждый раз. А подписываться? О, и подписываться, конечно, будем, конечно, только больше не нужно, братьев, пожалуйста, Женечка. Комментарий, комментарий, комментарии положительные только будут. Да, да. И отвечать на них 100% будем каждый раз, честно. Ну ладно, тогда вас прощаю. Ой. Пусть не нужно, братья, пожалуйста. Давай с ними попрощаемся раз и навсегда. Давай. Давай. Да. Пока, братья, пока. Да, пока, пока.